ни в какие ворота не лезет, или вернее, ни в какие нормы не укладывается. Речь о качестве асфальта, который в рамках выполнения муниципального контракта уложила компания «Стройсервис» на улицах Канаша. То, что контракты, которые заключала администрация Канаша в 2012, 2013 и начале 2014 года на строительство, ремонт и содержание дорог выполняются с нарушениями, глава Чуваши отметил еще в апреле. Как выяснилось, нарушались не только условия контрактов. Контрольным управлением главы Чувашской республики совместно с казенным учреждением «Чувашупрдор» Минтранса Чуваши был осуществлен выезд и отбор проб асфальтобетонных покрытий в городе Канаш по улице Павлова, где подрядчиком выступал ООО «Стройсервис». Результатом лабораторных испытаний было установлено, что асфальтобетонные покрытия не соответствуют действующим СНИПам и ГОСТам. Материалы передали в правоохранительные органы для дальнейшей работы. Кстати, специалисты обнаружили дефекты на других участках дороги, который также ремонтировал «Стройсервис». Компании предстоит устранить их в рамках гарантийных обязательств. Они предусмотрены в контракте.